Начну с сенсации от Ярославского художественного музея. Икона Спаса Нерукотворного, найденная в митрополитических палатах, признана подлинной. Экспертиза подтвердила, что образ – оригинальный памятник культуры 16-го столетия, а не один из более поздних списков. Икона Спаса Нерукотворного в Ярославле почитается особенно, так как, по легенде, он сыграл немалую роль в истории города. В 1612 году чудотворный образ избавил от моровой эпидемии войска Минина и Пожарского, стоявшие в Ярославле. Мы очень рады и надеемся, уже люди жаждут помолиться, и мы ждем того времени, когда вновь этот образ окажется в иконостасе Кирилло-Афанасьевского монастыря. Значимая для Ярославля икона была утеряна больше 80 лет назад, а в марте ее обнаружили в митрополитических палатах. Однако живопись сохранилась плохо, и с уверенностью сказать, что это именно тот древний образ, в Ярославле не могли. Предположение подтвердили в Московском исследовательском институте реставрации. Пока икона находится там. По окончании работ ее планируется передать в Ярославский Кирилло-Афанасьевский монастырь. Московские специалисты, одни из лучших, занимаются ее реставрацией. По предварительным оценкам, эта работа будет длиться, займет еще один год. И я надеюсь, что к следующему, 4 ноября, мы уже сможем увидеть ее здесь, в Ярославле.